В настоящее время расцвет для реализации возможностей женщины и в профессиональном плане, и как матери, и как хранительницы семейного очага. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы женщина чувствовала себя женщиной в доме, для того, чтобы она растила детей в семье и для того, чтобы она реализовывала себя на своем рабочем месте. Очень приятно слова президента, и мы подтверждаем их о том, что гендерного неравенства в нашей стране нет. Женщина получает все больше и больше возможностей для того, чтобы вместе с мужчиной, не наравне скажу, все же вместе с мужчиной вот реализовываться в профессиональном плане.